В этой рубрике программы речь пойдет о праве наследования, сделках и распоряжении имуществом. Телезритель Илья Федорович просит совета. Как быть, если я потерял доверенность, выданную на мое имя? Надо ли мне вставить в известность доверителя? Могу ли я самостоятельно, без участия доверителя, получить у нотариуса дубликат утерянной доверенности? Поставить в известность доверителя, конечно, не помешает, хотя это прямо не предусмотрено законодательством. Доверенность – это односторонняя сделка, которую удостоверяет лицо ее выдавшее. Поэтому и дубликат может получить только лицо, которое выдало доверенность, то есть непосредственно доверитель. Вам, к сожалению, при вашем обращении к нотариусу дубликат выдан быть не может. Поэтому вам легче обратиться к собственнику, и он либо получит дубликат доверенности, либо выдаст вам новую доверенность. Если исходить из ценовой политики, дешевле будет сделать новую доверенность. Ваши вопросы мы ждем по телефону 8, код города 8692-88-5103.